Итак, дорогие друзья, неожиданно вышла новенькая версия iOS 14.4.1. Ничего здесь такого нет, это исправленные ошибки, а конкретно одна уязвимость, которая запускала вредоносный код. Добро пожаловать на канал Apple Expert, с вами Владимир. В этой новой версии исправили очень важный вредоносный код, именно то, что касалось WebKit. При загрузке веб-содержания запускался именно вредоносный код. Сейчас это все поправили, поэтому все, кто сидит на iOS 14.4 или на бета-версиях, может 14.5, бета-3, обязательно всем к обновлению, кто вообще на iOS 14 какой-либо. Сейчас это очень важное обновление, фиксит уязвимость, обязательно к обновлению. По автономности здесь ничего не будет ни хуже, ни лучше, потому что это просто обычный баг-фикс уязвимости системы. Скоро выйдет также iOS 14.5 релиз, поэтому обязательно не пропустите, подпишитесь на канал, прожмите колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Всем пока!